Всем привет! Это программа Russian Slow Motion. Ерунда. Сегодня мы покажем, как по-настоящему можно зажечь огонь в руке. И не слабенький такой огонек. В дело пойдет нитроцеллюлоза, шарики, наполненные водородом. Снимать будем, как всегда, на отечественные скоростные камеры. И если все готовы, начинаем! У нас сегодня необычный выпуск программы. Двое гостей в студии. Гость номер один — Михаил Зорин, который представляет химфак МГУ. Очень уважаемое заведение. Что ты нам приготовил? Нитроцеллюлозу. Я знаю, что ее используют для изготовления бездымного пороха, значит, она горит без дыма и быстро. Абсолютно верно. Что мы с ней будем делать? Мы будем ее поджигать. Где? На руке. На открытой? Да. На ладони? Да. Чья рука? Твоя, моя? Твоя. Нет, твоя. Твоя. Нет, твоя. Твоя. Его. Стоп! Ну, тебе нравится? Да, вполне. Получилось отлично. Да, достойная реакция, что? Ну да, вполне нормально. Хорошо. Горит. Russian slow motion. Russian motion. Поджигаем бигфордов шнур. Давай, Гена, в серединке. Ой, блядь. Страйк-то какой. Второй гость нашей программы — Иван Прохоров и шоу... Ньютона. Шоу Ньютона. Что нам приготовило шоу Ньютона? Шоу Ньютона сегодня расскажет вам о том, как с помощью обычного шарика и водорода мы сделаем большой бум. А вот от нашего стола, вашему столу, вот такой замечательный баллон с кислородом. Что шоу Ньютона думает по поводу того, чтобы наполнить водород кислородом еще? Шоу Ньютона надеется, что побелка не посыпется на наши головы, и мы останемся целы. Отлично, отлично. Оставляю тебе здесь вот баллон, шарик, шоу Ньютона, вперед. Ой. Зачем я это делаю сейчас? Кто знает. Это была программа Russian Slow Motion. Если не хотите пропустить очередной выпуск, подписывайтесь на наш канал, и вся информация в описании. Всем счастливо и до новых встреч!